Ты кто? Я-то? Я меч карающий, око недреманное и стакан рассола одновременно, и имя мне Александр Адашев Гурский. Гурский, уйди. Мне плохо. За рассол спасибо. Хорошенькие дела. За рассол, значит, спасибо. А как же меч карающий и око недреманное? М? Сейчас кому-то выбью и то, и другое. Ты прав. Кстати, забавный филологический момент. И меч, и око можно выбить. Меч из рук, око из зависти. Из последних сил, последним русским языком тебя прошу, уйди. Не могу я уйти, хороший ты мой. Меня дед прислал. Петька, брат, говорит, помирает. Ты приди, посмотри, чтоб не до смерти он помирал. Дед, врешь? Я, Петь, в отличие от некоторых плебсов, аристократ и привычки врать не имею. И пришел ты из сострадания к ближнему. А ничто человеческое мне не чуждо, в том числе и инстинкт самосохранения. Ну ты же знаешь, как дед просит. А рассол еще есть? Нет. Далее в программе «Свежий воздух». Come on, baby. А это кто? Это Леха, прапор. Да. Так генералом он никогда не станет. Петь, я надеюсь, вы просто друзья. Спокойно, я просто спросил. На выход. Так, осторожненько. Генералом. Очень нужно мне быть генералом. Нашли дурака. Вот такие пироги. Да. Странная какая-то история. Люпус эст бесседер. Что это? Латынь. Юристы недоделанные. Ищи, кому выгодно. Да, а по-моему, не так. Ну хорошо, победил. Это абракадабра. Понимаешь, я не помню, как это будет по латыни. Зато я помню перевод. Пойдем. В том-то и дело. Всем это выгодно. Бандитам выгодно. Заславский не хотел принимать участие в махинациях Чики. Жене выгодно, она его наследница. Сестре выгодно. In vino veritas. Что в переводе означает «извини, но не верится». А ей-то зачем? Ich geben sie mir bitte. Что означает, если сестра его наследница, это всегда выгодно. Ну ты же говорил, Яна Аню не переваривает. Говорил. Но после фортеля с видеокассетой я уже никаким постановам не удивлюсь. Слышь, хороший слоган родился. Мертвый Заславский выгодно всем. Это избавит от лишних проблем. Да, с этой кассетой бред какой-то. Вот именно. Ну, на черта одной сестре лезть на меня, а второй выдавать себе за другую и шить мне дело о попытке изнасилования. А знаешь, у тебя с Будуна мозги работают лучше. Да. Что ты имеешь в виду? Так, все, перестали работать. Но вспышка была. Так, значит, Бандерас Карерас Сикерас, что означает время разбрасывать мозги и время собирать их в кучу. Так, хватит трепаться, пора работать. Навещу-ка этих двух сестренок. Ну, а мне что делать? А тебе что дед сказал по этому поводу? Не приближаться к обеим. Ну, правильно, вот и займись этим.
ума сойти. Нет, правда, сойти с ума. Я даже не представляю, сколько вы денег вбухали в дизайнера, который все это придумал. Ни копейки. Неужели за долги работал? Не было никакого дизайнера. Я все сама. Анют. Ай-яй-яй, нехорошо, нехорошо обманывать журналиста. Бесполезно. Вы что думаете, что я не отличу дилетантский ремонт от работы профессионала экстра-класса? Похоже, что нет. Потому что все, что вы видите в этой квартире, придумано мною. До последнего гвоздя. Да что вы, у меня просто нет слов. А, впрочем, это естественно. Просто у вас дар Божий, вот и все. Благодарю. Не желаете? Желаю. И, если возможно, я желаю коньяк. Нет проблем. Восхитительно. Давайте все-таки перейдем к цели вашего визита. Да. Как я вам уже говорил, незадолго до своей безвременной кончины ваш супруг дал мне интервью. Позвольте узнать, а какова была тема интервью? Ну, интервью было довольно обширно. Ну, это касалось его работы? Я имею в виду работы с недвижимостью, бизнеса, да? Это касалось различных аспектов жизни и деятельности Вадима Николаевича. Между нами говоря, я рассчитывал, что эта публикация станет просто бомбой. Да что, вы даже так? Да. А могу я взглянуть на это интервью? Вы знаете, нежелательно. Дело в том, что, учитывая последние события, этический момент. Послушайте, прекратите. Говорить мне об этике, я его вдова, и я имею на это право. Возможно, вы правы. Но только скажите мне, я смею рассчитывать на конфиденциальность? Абсолютно. Ну, тогда скажите мне, где в вашем дизайнерском рае находится компьютер? Пойдемте. Что ж такое-то, а? Ну, так, ничего не понимаю. А этот? Не, ну главное, я 2 часа тому назад открывал его, все было нормально. Ну, сами видите. Не открывается, гад. Нет, здесь, Ань, что-то не то. Либо с вашим компьютером, либо с моим диском. Вот гад, а. Что ж такое-то, а? Александр. Да? Мне кажется, что это неспроста. Ну, понимаете, если файл не открывается, то я думаю, что это интервью просто не имеет никакого смысла. Вы думаете? Абсолютно. Мне кажется, что это просто знак. Какой знак? Ну, очень простой знак. Если файл не открывается, значит, не нужно печатать это интервью. Вот и все. Анюта, вы так склонны к мистике? Не знаю, Александр, мистика это или нет, но я вас на правах вдовы прошу. Не печатайте этого интервью. Просто избавьтесь от него. Вот и все. Это моя личная к вам просьба. Ничей зов, кроме вашего, не смог бы призвать мою совесть на выручку моему честолюбию. Красиво. Я обещаю вам, что уничтожу это интервью. Благодарю вас. А вы мне за это? Что? Расскажите о Вадиме. А особенно о последнем вечере. А что именно вас интересует, Александр? Скажу прямо. У вашего мужа были недоброжелатели? Дорогой мой, недоброжелатели есть у всех. Выражусь точнее.
кто-то реально желал его смерти? Позвольте вам напомнить, что Вадим умер от инфаркта. А кто бы, что бы ему ни желал, инфаркт он ведь не спрашивает, когда ему быть. Это верно. Но спровоцировать инфаркт – это же плевое дело. Я понимаю, что вы журналист, и смерть от инфаркта для вас просто скучна и неинтересна. Вам нужна какая-то сенсация. Так вот здесь ее нет. Вадим действительно последнее время все время жаловался на свое здоровье. Этот инфаркт мог случиться в любое время, на месяц раньше или позже. Это могло произойти в любой момент. А то, что это произошло, когда он был за рулем, так ведь никто не знает, когда придет его час. Кстати, о руле. А машина сильно помята? В общем, да. Но говорят, что ее можно восстановить. И как? Вы сможете опять туда сесть? Нет, что вы. Нет, конечно. Я думаю, что я буду ее продавать. Вы знаете, тут такое дело, мне даже как неловко. В общем, один мой приятель спит и видит Мерседес. Любой, даже без колес. Но цена вопроса, вы понимаете, вы, наверное, машинку не за очень дорого будете продавать. Понятно. Журналист есть журналист. Своего не упустите. А про приятеля могли бы ничего не придумывать. Можете поехать посмотреть машину прямо сейчас. Только давайте закончим с разговорами. Честно говоря, я уже очень устала. Анечка, вы просто прелесть. Извините, еще одна просьба. Вы мне черкните, пожалуйста, адресок стоянки. Пожалуйста. Не волнуйтесь. О цене мы договоримся. Только вы... Что? Выполните мою просьбу, уничтожьте интервью, да? Конечно. Конечно, Анечка, о чем разговор? Только самое главное не забыть и в домашнем компьютере уничтожить. Да, в домашнем компьютере. Уж как-то постарайтесь. Я постараюсь. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Гурский беспокоит. Олега можно? Хорошо. Олежа, привет. Все получилось. Да, как ты и говорил. Все файлы открылись, а нужный не открылся. Ха-ха-ха-ха. Ты мой Билл Гейтс. Спасибо тебе. Слушай, с меня причитается. Ну все, пока. Ну что, налюбовался? Да. Надо же было так машину уделать. А тебе-то она зачем? Купить хочу. Битую? Сдурел, что ли? Ну смотри. Во-первых, за битую не так много просит. А на небитую я пока еще не заработал. По мне так, лучше старую Ауди взять. Все лучше, чем битая. Может, ты и прав. Слушай, а кто ее сюда доставил? Ну, женщина. Пожилая? Не, молодая, симпатичная. И мужик с ней был. Брюнет, большой такой. Да, понятно. Привезли, бросили и укатили. И ничего не бросили. Женщина на ее помыла весь салон, пропылесосила. Аккуратная такая. Надо же, аккуратная. Сейчас это редкость. Слушай, братуха, я пока еще не решил, буду брать или нет. Но если ты не против, я изнутри посмотрю. Глянь, конечно, но мой тебе совет. Лучше старая Ауди. Я подумаю. Прикрой потом. Так. Игорь Иванович. Моя фамилия Волков. Позвольте задать вам несколько вопросов, касающихся покойного Вадима Заславского. Вообще-то я спешу, и милиции все рассказал, поэтому не вижу особого смысла в нашей беседе. О как! А я тебе не милиция. И я вижу особый смысл. И это не беседа. А что это? Допрос? Не имеете права! Ну-ну-ну-ну. Какой же это допрос? Так, разговор по душам. Ладно, Игорь, на пару слов и разбежались, лады? И попрошу на «вы». Ну, это само собой. Пройдемте-ка, присядемте-ка. Так, стоп, Ян.
Хорошенько же у вас традиция журналистов встречать. Просто за шкирку и в стойло. Да. Ничего, ничего. Так от вас хотя бы какая-то польза есть. Стоп, 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 стоп. Слушайте, скажи, за что вы нас так не любите, а? Ну, вам что плохого журналисты сделали, а? Не прибедняйтесь. Все, 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 все. Все вы одинаковые. Кто бы говорил? Значит, мы одинаковые, а у самой сестра близнец. Да никакой на мне не близнец. Ага. Значит, у меня в глазах просто двоится, да? Видимо. Это просто чисто внешнее сходство. Нас, конечно, в детстве все путали. Мама только по запаху различала. Ага. Но только природа, а вообще мы как разные вселенные. Понятно. Яночка, послушайте, у меня сейчас в глазах двоилось. А если мы в течение минуты все это передвиженчество не закончим, то и троица начнет. Но с вас причитается. Не вопрос. Может быть, коньячку? Можно, но только немножко. Хорошо. Я даже не знаю, что вам сказать. Обычный вечер был, нормально сидели, пока Анька не набралась. То есть виновником конфликта была именно Анна Заславская? Слушайте, мне неприятно все это вспоминать. Гадость. И тем не менее, что же произошло? Ну, вам же девчонки наверняка все рассказали. Послушайте, не заставляйте меня полоскать еще раз это грязное белье. Чистота – залог здоровья. Ну, хорошо. Обычные бабские дела. Сами понимаете. Нет, не понимаю. Анька приревновала Вадика к Яне. Ах, вот даже так? Так они вам ничего не… Ну, конечно, так они вам и расскажут. Одна выше этого, другая еще выше. Вадик очень любил Аню. И Яну тоже. Но только как члена семьи. Понимаете? И ничего больше. Ну, разумеется. Я серьезно? Неужели в то, что мужчина хорошо относится к сестре своей жены, сложнее поверить, чем в то, что он с ней спит? Честно? Все, мне пора на работу. Ладно, не обижайтесь. Хорошо, предположим. И что? Так вот, Вадим подарил Аньке кольцо из последней коллекции Тиффани. Дорогое. И Янке купил такое же. Но так получилось, что рассказать жене об этом он не успел. Янька увидела кольцо Яны в тот вечер в ресторане. Это что такое? А что такое? Что такое? Я хотел сделать вам приятное. Вы же сестры, в конце концов. Еще ваша мама рассказывала мне, что до 10 лет дарила вам одинаковые вещи. Аня! Заткнись! Мразь какая. Мало того, что ты спишь с ней, так ты еще и на показ это выставишь. Слушай… Гарем себе устроил, да? Еще кольцевал нас, скоро нам ошейники купят. Что ты мелешь? Я знаю, что я мелю. Заткнись! Ты, значит, сучка, думаешь, что я ничего не знаю, да? И ничего не понимаю. Да я порву тебя, кошка драная. Аня, сядь ты. Рот свой закрой, дрянь. А где бы ты была, если бы не он, а? А ты еще пасть на меня свою разеваешь. Чего? Девчонки, ну что вы, ей-богу. Аня, Яна. Действительно, ну перестаньте, девчонки. Какого черта я должна все это терпеть? Давай, давай, вали, сестренка, никто тебя не держит. Прекрати немедленно, что ты делаешь? Я знаю, что я делаю. А кому не нравится, может идти к трене матери отсюда. Понятно, Игорь. А теперь посмотрите мне в глаза и скажите, как на духу. Неужели вы верите в то, что он не спал с обеими? Верю. Да бросьте вы все это. Никто Вадима не убивал. Просто в наше время народ уже настолько осоловел, что в простую смерть от инфаркта поверить никто не может. Почему не может? А вы телевизор включите. Между прочим, ваших рук дело, журналистских. Кругом убийства, насилие, криминал. Но ведь это же все правда. Правда. А кому она нужна, это ваша правда? Допустим, Вадим, бог знает, сколько лет в бизнесе. За это время всякое могло случиться. Бывали случаи, когда его могли не то чтобы убить, но поприжать. А он вдруг взял и умер.
тупо от инфаркта, как старый хрыч. Какой облом для вашей карьеры, да? Яна, не говорите чепухи. Вы видите меня первый раз в жизни и ничего обо мне не знаете. Для меня чужая смерть не может быть обломом карьеры. По-иному, знаете ли, воспитан. Ух, какие мы нежные. Из недобитых, что ли? Угу. Из них, из самых. Простите, а почему вы не пьете? Не пью, знаете ли. Да вы что? Угу. Наверное, не курите, небось? Точно. Не вижу смысла. Простите, тогда… Давай курить, курить. Я просто от этого удовольствия не получаю, а так просто продукт переводить. Бессмысленно. А Игорь Дугин? Что Игорь Дугин? Ну, он же тоже был в ресторане в тот вечер. Какие у них отношения с Вадимом? Отношения? Обыкновенные. Они друзья детства. Когда Вадим встал на ноги, он Игорька к себе подтянул. Вот и все отношения. Яночка, вы же понимаете, к чему я клоню? Обида, зависть, нереализованность. Ну, мало ли что может быть между друзьями детства. Да, всякое может быть. Но Игорь, он на реальную подлянку не способен. То есть такой кристальной честности мужчина, да? Нет. Просто ленивый очень. Понимаешь, на первый взгляд все правильно, все нормально, все сходится. Ну, прихватило у мужика сердце, ну, инфаркт. Но, Петя, что-то в этих сестрах меня настораживает. Что-то в них не то. А что понять не могу? Давай. Еще одно. Меня Анна коньяком угощала. Господи, какое же это было пойло. Я не понимаю, откуда оно взялось у них в доме? Ты забываешь мою историю про кольца и про то, что Заславский спал с обеими. Ну, это еще не факт. Да ну? Петя, цинизм тебя не красит, потому что тебя украсить вообще невозможно. Слушай, Гурский, чья бы корова мычала, а? Нашелся праведник. Я тебя знаю не первый день. Так что не надо строить из себя. Ты этих баб видел, ты бы и сам их обеих. Или скажешь, что нет? Я-то? Я-то, конечно. Но я-то не риэлтор. А риэлторы что, не люди? О, слышал, что пограничник говорит. Риэлторы тоже люди. И потом, еще раз напоминаю, кольца. Да дались тебе эти кольца. Ну и что? Ну даже, допустим, спал он с ними с обеими. Ну и что дальше-то? Ну чудак, мужик, подарил своим бабам одинаковые кольца. Инфаркта-то от этого не бывает. Давайте. Угу. Хотя сами кольца… Блин, хоть бы глазком одним взглянуть на них. Можно и взглянуть. Ничего себе колечки. Я, честно говоря, представлял себе нечто более изящное. Деревня, а еще аристократ. Тиффани, последняя коллекция. Я проверял по каталогу, все без балды. Тиффани, говоришь? Любопытно. Так, мне нужно ненадолго отлучиться. Прапор. Что? У меня к тебе личная просьба. Если будете квасить, то, пожалуйста, без вчерашнего фанатизма. Сегодня это может повредить делу. Все, пока. Может, объясни что-нибудь наконец? Петя, ты гений. А как это объяснить, я не знаю. Так, не то. А, вот оно. Похоже. Оно. Так. Так, ага. Ахмед, ассалам алейкум.
Петь, ты как там, нормально? Отлично. Здрасте. Чем обязана столь раннему визиту? Дело, не терпящее отлагательств. Только коньяк мне не предлагайте. У меня от вашей бодяги изжога. Значит, Хеннесси, по-вашему, бодяга? Хеннесси нет. А то, что Яночка у вас в бутылке, это чудовищно разбавленное пойло. Ну, это могло быть. Послушайте, как вы сейчас меня назвали? Яна. Мы, конечно, с сестрой очень похожи. Но не до такой же степени, чтобы вы перепутали, к кому пришли. Дело в том, моя хорошая, что я перепутать ничего не мог. Потому что вашей сестры уже нет в живых. И вам приходится ишачить за двоих. Что само по себе справедливо, если не забывать, что убили Аню вы. Значит так. Встал и пошел вон отсюда. Угу. Пошел вон! Понятно тебе? Кретин. Зачем я только тебя впустила? Пошел вон! А впустили вы меня действительно напрасно, Яночка. Меня сразу удивило, почему вот в этой красивой бутылке такая гадость. Но это же естественно. Яна у нас не пьет. И поэтому ни черта не разбирается в коньяке. А Анечка, покойница, напротив, я полагаю, частенько прикладывалась к бутылке. И чтобы муж не заметил, все время разбавляла. Разбавляла и разбавляла. Так? Послушайте, Гурский, прекратите называть меня покойницей. Я жива и стою перед вами. Это в конце концов просто неприлично. Ну, хорошо. Раз вы настаиваете, что вы живы, тогда это ваше. О, какая незадача, у вас уже есть одно. Интересно, откуда же взялось второе? Ничего не понимаю. Действительно. Откуда? Яночка, я ненавижу мерседесы. Они банальны, как марш Мендельсона. Я просто хотел обыскать вашу машинку и обыскал. Вот что нашел под ковриком. Вас же в машинке трое ехало. Алло, Януша, это я. Ну как ты? Слушай, а мы на дачу едем. Ну что, поехала бы с нами, а? Да брось ты, господи, ну это ж все хмель этот поганый. Конечно, да она уже дрыхнет. А она ж все забудет, завтра ничего помнить не будет. Вот, ну заодно и помиритесь. Ну я тебя очень прошу. Ну приезжай, я очень соскучился. А? Ну ладно, хорошо. Слушай, подъезжай тогда к озеркам, ну ты знаешь. Буду ждать. Да не волнуйся, все будет в порядке. Давай. Значит так, повторяю еще раз. Яна в командировке. Когда вернется, не сказала. Вот вернется, тогда и будешь не разбираться. Понял? А кольцо-то у него выкрал. А все остальное это просто бред сумасшедшего. До свидания. Конечно, до свидания. До свидания, радость моя. До свидания. Мне вообще это не нужно. Пусть менты голову ломают. А мне на работу пора. Так что всего доброго. И еще одно. Я тебе оставлю домашний телефон. Подумай и позвони. А я в ментовку без твоего звонка. Кольцо не понесу. Обещаю. Thank you.
прапор, ходи давай, не тормози. Сейчас. Ну вот же у тебя 3, 6. Опа. Алло. Это лучший в мире опер среди себе подобных. Ты куда пропал? Я никуда не пропал. Я просто ненадолго заскочил к Анюте или к Яне, честно говоря, путаюсь в них уже. А потом пошел домой, где и нахожусь, так сказать, по месту своей прописки. Молодец. Кстати, ты хорошо помнишь адрес моего места прописки? Помню. А нахрена он мне сдался? А потому что в очень скором времени меня придут убивать сюда очень нехорошие люди. Я для этого сделал все, что мог. Поэтому, если, как говорит дед, я тебе не просто знакомый, а друг... Петя, шевели батонами! Жду! Прапор, я туда отскочу ненадолго. Больше не пей, хорошо? Будь на телефоне на всякий случай. Если на всякий случай, то я с тобой. Да с тобой сейчас не то, что в разведку. До булочной не дойти. Что-то не так? Твою мать, ты трезвый? Я? Конечно. Я вообще это дело не сильно уважаю. Батя говорил, зло это. Зло? Погоди, а вчера? И вчера был трезвый. Ты кто такой, а? Порву, тебя кто послал? Меня? Никто, я сам по себе. Слушай, а? Не доводи меня, а? Если ты не пьешь, нахрена ты за мной увязался? Ну, у тебя было такое лицо. И вообще, когда у человека такое лицо, ему одному нельзя. Может, глупости наделать. О как! А ты ангел-хранитель, что ли, да? Не, я человек. А батя говорил, что человек это... А тебе батя не говорил, что врать грех? Так то ложь во спасении. Ой, заканчивай проповедь, времени нет. Вернусь, поговорим. А коли не вернешься, так что я с тобой. Ну, на всякий случай. Дядя, смотри, куда кидаешь. Ты? Спишь долго? А ты тут откуда? Журналюга твой полагает, что резать его пришли. Визжал так, что уши у меня заложил. А это кто? Ангел-хранитель. Ну, друг, чё стоим? Пошли. Я же тебе говорил, на всякий случай. Только давайте быстро упаковывайте их. А где писатель? Ты как туда попал, Карлсон? Привет. Чё так долго? Я уже замерз. Иди к нам. Всем спасибо. Массовка свободна. Не хами.
Мы тебе жизнь спасли, между прочим. Большое спасибо. Я чуть не околел на крыше. Это что за номера ты тут выкидываешь, малец, а? Ну, если вкратце, я специально им подставился, оставив свой номер телефона. Но я никак не ожидал, что эти господа так быстро вычислят мой адрес. Чуть не столкнулся с ними в парадной, так что пришлось ретироваться на крышу. Чё? Ирапа! Стоять на месте! Да стоять! Приехали. Полюбуйся, ваши кадры. В каком смысле? Интеллигенция. Сказ о том, как интеллигент чуть интеллигента не убил. Я никого не собирался убивать. А сюда нахрена приперся? На шоу посмотреть? Петь, я тебя прошу, не надо всех под одну гребенку. Это точно, не надо. Кого под гребенку, а кого и под ноль. Причем очень скоро. Напугал. Послушай меня, сынок. Лично я... Сейчас с первыми лицами города пью водочку на даче, и тебе лучше не знать, на чьей. Он у своей зазнобы второй день. Угу. Этот ангел границу охраняет, и причем охраняет очень хорошо. Поэтому, что бы с тобой здесь ни произошло, мы тут ни при чем. А произойти с тобой здесь может все, что угодно, уж ты мне поверь. Я еще раз повторяю, я никого не собирался убивать. А что же ты тут делал? Я за кольцом приходил. Я не убийца. Понятно. И поэтому ты в маске. Дальше. А что говорить, вы и так все знаете. Аня напилась, и Вадим вызвонил Янку, чтобы вместе ехать на дачу. Втроем поехали. По дороге у Вадима инфаркт. Перевернулись, в общем. Аньку никто не убивал, я клянусь. Она сразу шею сломала. А на Янке ни царапины. Она мне позвонила, вся в слезах. Я приехал. Позвонил Чики. Ну, он все и организовал. Не понял, а Чика тут при каких делах? Да ни при каких. Просто у него сразу с Вадимом не заладилось. И он ко мне обратился. Помнишь, я тебе говорил, что Чика просто так не ушел. Тогда Заславский, чувствуя, что его обкладывают, пришел к нам, чтобы мы вокруг него потерлись. И кое-кто постерегся. Ну, и что, Чика? Что? У него своя скорая. С крематорием все схвачено. В общем, Аньку увезли, а Яна на ее место легла. Мы решили, что она может сказать, что она Аня. Отлично. И ни у кого никаких проблем. Яна наследует деньги Заславского. Ага. Чика получает Дугина как сговорчивого партнера. Дугин повышение. Зашибись, малина. Все понятно. А меня зачем подставлять было? Маньяка из меня делать. Янка испугалась. И так-то милиция кружила вокруг. А тут еще вы из бюро вашим. Ясно. Этих вон отсюда. Так, подождите минуточку. Я не понял. Это что, торжество справедливости, что ли? Ну, так а что нам с них? Шпана наемная. На поруки их, что ли, брать? А торжество справедливости – это дело милиции. Они сейчас с Яной беседуют. А ты передай своему Чике, что все его дела со скорыми, с крематорием нам известны. Так что пусть сидит ровно и не рыпается. Я на днях к нему еще подскочу для контроля.
Погоди. Чуть не забыл. А это еще зачем? Я и так все понял. Понял мало. Надо, чтобы запомнил. Да. Что ж ты не сказал, что в отпуске, а то я тебя впряг по полной. Извини. Да нормально. Зато повеселился. Счастливо. Ну, бывайте. Давай. Будет трудно. Вызывайте. Фух, ну вот и все. Ты лучше скажи, а как ты допер, что обе сестры это одна и та же Яна? Ну ты же меня и навел. Помнишь, ты мне сказал, что ты не понимаешь, почему одна сестра выдает себя за другую? И обвиняет тебя в изнасиловании. Ну? Что ну? Это-то меня и зацепило. Одна сестра выдает себя за другую. Угу. А как ты нарыл это кольцо в Мерсе Заславского? Ничего я не нарыл. Петь, не было там ничего. Помнишь, я у тебя взял фотографии их застолья? Ну? У меня здесь есть очень хороший знакомый. Ювелир. Турок. Он в Стамбуле подделает половину европейских коллекций. Я этим и воспользовался. А поставлять сюда. Кстати, дядька Ломовой. Будешь жениться, я тебе рекомендую. Спасибо. Главное, чтобы у жены сестры не было.